Послание Отца Абсолюта от 22 августа 2020 года. Защитить свою жизнь и свободу. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сейчас мне хотелось бы поговорить с вами о том, как вам реагировать на предложение о вакцинации, которое многим из вас скоро начнут поступать. Как вы уже знаете из моих посланий и многих других посланий сил света, вам ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя допускать внедрение в ваше тело неизвестных вам веществ. Я хочу, чтобы вы знали, что в настоящее время не существует ни одной вакцины, которая не нанесла бы ущерб вашему физическому и психическому здоровью. Поэтому берегите себя и особенно берегите своих детей, которые сами не могут себя защитить. И если у вас есть хотя бы малейшее подозрение, что им могут быть сделаны прививки без вашего ведома в детском саду или школе, лучше забрать ребенка из этого учебного заведения. Конечно, очень трудно предусмотреть все обстоятельства, которые могут возникнуть в вашей жизни, и все же я попробую дать вам общие рекомендации, дабы избежать уже запланированной рептилоидами программы поголовной вакцинации, чипирования населения. Первое, что вам нужно сделать, это заручиться юридически обоснованными заключениями о неправомерности насильственной вакцинации, которая уже существует на всех языках, составленными честными независимыми юристами. Точно такие же заключения независимых юристов существуют и в отношении масочного режима, о незаконности штрафов за отказ носить маски, которые наносят непоправимый вред здоровью человека, нарушая его естественный дыхательный процесс, а значит, его право на жизнь. Сейчас в мире появляется все больше людей, понимающих, что же происходит на самом деле, и среди них немало медиков, юристов, учителей. И пришло время объединиться всем здравомыслящим, честным и порядочным людям, с тем, чтобы уберечь себя и остальных от смертельной опасности. Все человечество оказалось на краю пропасти, и захватившая вашу планету клика темных сил уже готова столкнуть вас в эту бездну. Так не дайте же ей это сделать, и не ждите спасителя в чем бы то ни было лице. Каждый из вас и есть спаситель, божественное существо, обладающее неограниченными возможностями. Начинайте раскрывать их. Гармонично сочетайте все виды работы – духовной, энергетической, практической. Ваша духовная работа по очищению своего сознания дуальности уже идет полным ходом. Продолжайте ее и не останавливайтесь на достигнутом. Ваша энергетическая работа по очищению себя и вашей планеты от негативных энергий и чужеродных программ дает прекрасные результаты. И теперь вам осталось спустить все свои духовные и энергетические наработки на физический план, подкрепив их уже конкретными действиями. Умейте отстаивать свои интересы, свою свободу и право на жизнь. Избавляйтесь от страха перед властями, которые сами вас боятся, в виде сколько людей уже пробуждается от спячки трехмерности. Ощутите себя хозяевами своей жизни и своей планеты. Станьте единым целым, излучающим свет и любовь. И тогда вся эта абсурдная, вместе с тем страшная ситуация, в которую загнали вас нелюди, захватившие вашу планету, покажется вам сном, мороком, от которого вы наконец избавились окончательно. Помните, родные мои, что вы частички Творца, а значит тоже Творцы, способные создавать ту реальность, которой вам самим захотелось бы жить, а не прозябать в той, в которую искусственно загнали вас чуждые вам существа, питающиеся вашей энергией и использующие ваш божественный потенциал против вас же самих. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.